Накануне новогодних и рождественских праздников, а точнее 25 декабря, в Белгороднестровской музыкальной школе прошел праздничный концерт «Святкові вечорниці». Учащиеся и педагоги продемонстрировали, каких творческих успехов им удалось достичь с начала учебного года. На небольшой сцене прозвучали народные классические произведения. Гости, посетившие концерт, получили массу удовольствия от выступлений юных талантливых артистов.